Инфу, о чем ты говоришь? Никакой инсайд-инфы на моем рабочем столе, тихо. Не, на самом деле там я не знаю, что там может быть. Я не знаю, что рестарт пиздец долгий, я хуй знает, почему так вышло. Так, работает эта хуйня, нет? Да. Так, теперь рестрим чат открыть. Окей. Hello, darkness, my old friend. Акуросы 69, вау. Акуросы, а, куру, ой, комба точнее. Ну, бля, ладно. Мау, рекорд побил. Какой молодец. Look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Yeah. Привет, неловко, ну ладно. Ну, естественно. Совсем плохо. Мультин с друзьями иногда и все. Ой-ой-ой, там такая мапа же была. Мало смотрю, ну да. А чё я 4 дня подряд релкой стрим, уже все забили хуй, наверное, на нотификации, на пуши Твича.
Ну, что-то пытаюсь альтернатить, а это не надо. Да блин, подгрузки будут, если рестрим, мне кажется. Но... Да, у вас запрещенное слово в чате. New fact detected, между прочим. Чисто PMAF на detected new fact. Так, где? Чтобы это знать, надо было год назад стримы смотреть. Где ты? А! Команда же есть. Восклицательный знак Йосу. Так, стоп, здесь офсет, по-моему, разъебан просто в говно. За мамп он очень уродский прям тоже. Если ты пытался сделать как Blue Dragon, у тебя не получилось. Я за 10 тысяч купил бушный. Я реально не понимаю вообще, то есть из-за того, что оно все в одном мясе, как бы, вот там просто без остановки все идет. Тут просто без остановки. Вообще нихуя не понятно. Особенно вот этот момент. Вот это вообще пиздец, кошмар. И после этого сразу идет квадрат, блин. Потом, ладно, это еще можно понять. И потом вот это. Вот, блин, ты нормально вообще? Посмотри, у тебя по сути. По сути, у тебя вот здесь, это и это стрим. Вот эта нота, вот это, и вот эта нота, это один и тот же стрим вообще. То есть он вот он идет прям вот он. То есть это должно, по идее, находиться вот так. Но ты-то запендюрил в другую часть карты. Это же вообще пиздец. Это пробить нереально почти. Ну, то есть это нужно, не знаю, альтернейт, там, всю карту играть. А здесь, мне кажется, такая же херня в этом кругу. Ну-ка. Где там? Вот пятерка. Нет, тут еще... Тут, здесь нормально. Здесь тебе хотя бы есть одна слабая доля. А там вообще пиздец. То есть вот это жесть. Вот так делать нельзя, нахуй. Вот это незаконно просто. Ну типа, блядь, я могу сделать без задержки, но тогда будет только на Twitch вещать. Я не знаю, почему, блядь, рестрим так тупит, нахуй, последнее время. Он прям вообще не хочет работать. Сейчас, подожди. Интересно, он хоть на этот-то пустил поток? Спид-тест что делает? Нет, трансляция на YouTube пошла.
Я не все слова запрещал, какие возможно вообще. Что, не знаю, задержка 9 МС к России. Потом какая-то хуета идет, походу. Так, сейчас, подожди. Так. Так, сервер поставим тогда Польшу. И надо рестартнуть. Сейчас не будет задержки большой. Но я не знаю, что делать. Меня 3Stream бесит, но он работает на дохуя площадок одновременно, поэтому мне нравится. Ладно, надо дальше посмотреть хоть что-то. Да, вот здесь такая же хуйня. То есть у тебя вот тут это стрим и сюда сразу. У тебя вот так хуя. По сути, вот это и вот это расстояние, ну как бы одинаковое получается в этой карте. Вот от единицы до двойки, от тройки до вот этой единицы. По сути, одинаково. Это же пиздец. Нет, эта карта просто пиздец. Я ее пасмить не смогу, скорее всего. Я смогу только заспамить нахуй все. Бля, тихо. А сейчас, кстати, нет задержки особой. Вроде. Бля, хуй знает. Как-то спамить жестко только. Не, такие квадраты еще на весь экран. Типа, когда у Blue Dragon, например, квадраты на весь экран, перед квадратами есть, ну, блядь, хотя бы одна доля. А когда нету даже одной доли, это вообще играть невозможно. Подгрузки не пропали, блядь. Раньше их не было, нахуй. Слушай, я, наверное, сейчас включу стрим, буду проверять просто. Что, возможно, это на твоей стороне, блядь, потому что я только что случайно включил, и все норм было. Может понизить этот, как его? Бля, задержка реально все увеличивается, увеличивается. Блядь, ну нахуй, 3Stream, блядь, пиздец, такое говно. Почему он так... Оно то работает вообще идеально, то оно просто не работает. Я не понимаю, как эта хуйня действует вообще. Так. Сейчас сделаем, что. Как было. Пиздец, какая же хуета, блядь. Так. Сейчас надо найти. Прям, меня прям выстегивает рестрим, сэр, надо другую площадку для рестрима искать, походу, я хуй знает. А, блядь, сейчас опять рестарт будет.